Открытая веранда, то есть после баньки можно выйти и также постоять. Печь здесь установлена чугунная, атмосфера М, если не ошибаюсь. Такого цвета мы еще не делали, но смотрится, конечно, зачетно. Вот сейчас подадим, ну тут порядка 100 грамм воды во внутреннюю каменку, послушаем, как она шумит. Всем доброго дня, с вами компания Печномир. Сегодня мы делаем обзор уже на поставленную баню. Состоит из двух модулей, то есть делится она как раз по половине. Посмотрим, что здесь сделано, как оформлено. Сейчас мы стоим на веранде, открытая веранда, то есть после баньки можно выйти и также постоять, чая попить и пообщаться. Еще хотелось бы подметить по цвету. Такого цвета мы еще не делали, но смотрится, конечно, зачетно. Светлые перилы, светлые вот эти части выделенные, да, углы. Наличники, а сама баня в сером цвете. Достаточно такой интересный стиль, я думаю, что такие бани мы будем также выполнять в таком цвете. Пойдемте вовнутрь, посмотрим, что там есть. Баня сейчас уже топится, то есть можно как раз и в парилке и парку поддать. Здесь тамбур, вешалки, можжевельник, да, то есть здесь зеркала. Заказчик поставил стол, лавочки, то есть уже место для отдыха организовано. Здесь что мы видим, это открывающее окно и глухое окно для как раз, чтобы подсвечивалась столешница, чтобы можно было готовить что-то. То есть здесь открытая столешница, тут шкаф для утвари. Печь здесь установлена чугунная, атмосфера М, если не ошибаюсь. То есть вот сейчас мы видим, что у нас она работает, топится. Отделка выполнена, комната отдыха сосна. Дальше сейчас мы все увидим подробнее. Что еще здесь бы хотелось подметить, то есть из того, что мы сделали новое, это сантехнический узел, да, туалет, горячая вода. Так, идем дальше. Комната для помывки. Что мы здесь видим? Это душевой гусак, да, где можно сполоснуться, то есть после парения. Думаю, здесь 3-4 людям можно свободно расходиться и друг другу мешаться ты не будешь. Также, что здесь? Что мы здесь видим? То есть две двери, да? Одна дверь деревянная. Ее, если подходив к бане, можно заметить, что она, ну так скажем, без порогов, без ступенек, то есть выход в никуда, да? Но в дальнейшем клиент планирует поставить там бассейн. То есть напарился, парилка здесь, вышел, ополоснулся, или с парилки сразу выбегаешь и ныряешь в бассейн. Вот эта парилка с печью атмосфера, которая предназначена для 16-20 кубовой парилки. Здесь у нас есть небольшой запас. Отделка выполнена кедровой вагонкой. Полки также кедр. Свет мы получаем от светильников специально, да, для бани, для сауны, чтобы они у нас выдержаны были, термостойкие. И дополнительный свет от солевого панно. Размер парильного помещения 2,5 метра на 2,10, если не ошибаюсь, по ширине. То есть свободно, если прикинуть по размерам, то есть 5-6 человек здесь может разместиться. То есть вот в таком режиме можно париться. Можно, кстати, сейчас поддать, посмотреть, как будет реагировать печь. Вот сейчас поддадим, ну тут порядка 100 грамм воды во внутреннюю каменку, послушаем, как она шумит. То есть прям ощущается пар, как он наполняет. Но сейчас и то у нас дверь помывочную открыта, чтобы камера не запотела. Но чувствуется, то есть нагрев прям, ну, достаточно быстро наполняется комната паром. И каменка наружная как работает. То есть камни уже нагрелись. То есть сейчас, по идее, уже баня готова к использованию. Вопрос только, ну, так скажем, прихода в баню, и уже можно париться. Что касается вентиляции, то есть вентиляция здесь установлена басту. Есть подача холодного воздуха, свежего, да, из-под бани. Снизу мы забираем под печь, чтобы он прогрелся. Здесь такой рычажок. И выводим его на улицу. Вот здесь спрятан канал, который именно уже выводит отработанный воздух на улицу. Из-под полка мы можем видеть там с угла. Вот в этой части проходит шахта, как раз которая уже вытягивает этот воздух на улицу. С улицы мы можем видеть решетку для защиты, чтобы, да, мыши, там пыль не залетала.
как раз выход этого воздуха. Сняли небольшой обзор бани для вас, чтобы вы посмотрели, как мы выполняем работы. То есть эта баня уже рабочая, то есть клиент ее принял, все нравится. Показали, какие можно элементы использовать, какие комнаты, да, какие возможности есть, чтобы как раз свой быт устроить. Вся информация по связи с нами будет внизу в ссылке, сайты и контакты. То есть звоните, наши менеджеры профессионально вас проконсультируют. И я думаю, что мы договоримся, что там через месяц, через два на вашем участке также будет стоять подобная баня, а может еще даже дополненная там какими-нибудь террасами, еще чем-то. То есть обращайтесь, ставьте лайки, кому понравились наши работы, подписывайтесь на наш канал «Ваш печной мир».